И на наряд. Что у вас, Шахтеров, сменилась униформа, пока я здесь был? Так, тебя, Сима, или только длинный язык? Кстати, хороший ответ. У нас получается два выхода. Вот сюда. Низкая защита. Ой, ой, откуда поехал-то было? Фига себе. С разбегу, видать. Ну вот, болван с разбегу взламывать пошел. Ой-ой-ой. Это берсеркеры. Дроиды-берсерки. Ну, у нас есть теперь замечательный этот ионный какой-то излучатель. Он там прям вообще... Ребяшки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки... Knights of the Old Republic, Лорды Ситхов, черт возьми, хрен выговоришь. Вот, и в прошлой серии мы выполнили пролог и очутились, да, проснулись за главного героя уже как раз-таки на станции горнодобывающей на Пирагусе. Это колта резервуара, с которого вы вышли, хотите излечиться? Да, то есть здесь можно, видимо, ХП восстанавливать, да, ваши раны вылечены, окей. Можно ХП восстанавливать и... Больше ни с кем поговорить, к сожалению, не можем. Ладно, давай почитаем, что нам там написали. Вы пробудились в медицинском отсеке неизвестного комплекса. Последнее, что вы помните, как вы были пассажиром на предвестнике, крупном корабле республики. Вам стоит выяснить, где вы находитесь и как сюда попали. Окей. Погружение в кольта-резервуар может излечить большинство ран. Если вы потеряли очки здоровья во время своих исследований, вернитесь сюда, в медицинский отсек, и используйте пустой резервуар позади вас, чтобы излечить рану. Окей. Так мы и сделаем. Так, у нас... Это у нас получается открывается. А можем? Ага, невозможно. Да, вот обязательно через эту надо. Так, ну-ка давай. Медпакет сюда. Так, и... А интересно, это можно сломать? О, можно. Получен опыт 50. Йоу, по-моему, можно открыть вот с помощью этого компьютера. Блин, надо было сохраниться. Надо, короче, было сохраниться, попробовать. Так, а го давай быстренько сейчас попробуем загрузиться. 50 опыта дали, а можно попробовать через систему взломать. И там, если 100 дадут, то это круто будет. Че-то абуз пошел. Вот это пошел абуз, я понимаю. Так, это все мы читали, да-да-да, спасибо. Так, сейчас посмотрим. Дали 50, надо вообще сохраниться для начала здесь. Благо, сохраняется быстро. Так, получить функцию медицинского отсека. Да, вот, открыть с помощью шипы 0. Обалдеть, нифига себе, у нас использование компьютеров 6 и шипы 0 теперь, да? Открываем, и сколько дадут опыта? А, тоже 50, ну ладно, окей. Так, сейчас все остальное посмотрим. Так, какие-то химикаты. Многие медикаменты основаны на химикатах. Будет полезно отнести эти химикаты к медицинскому верстаку в медотсеке, чтобы сделать из них медпакеты, используемые для восполнения очков здоровья. Окей. Так, медпакет. Да, кстати говоря, в предыдущей прологе мы, видимо, ничего не перенесли, потому что у нас предметы никакие, ничего, опыт не засчитался, поэтому черт его знает. Может, потом Т3 и М4 со всем инвентарем появится, хрен его знает, ну ладно. Так, давайте посмотрим медицинские записи. Все еще осматривают выживших с поврежденного фрахтовика. Кажется, он называется Черный Ястреб. Лишь один выживший помещен в кольта-резервуар для восстановления. Судя по углеродистым ожогам на поверхности судна, оно побывало в бою, но нет призраков. Из навикомпьютера узнали немного. Удивлена, что корабль вообще мог пролететь через астероидное поле Пирагуса без карты астероидного дрейфа. Помимо выжившего, мы нашли пожилую женщину, призраков в жизни нет. Также там был протокольный и вспомогательный дроид, и я отправил обоих на станцию техобслуживания, пока охрана проверяет остальные вещи с корабля. Похоже, это вспомогательный дроид Т3 единица мог отремонтировать корабль, чтобы тот добрался до колонии. Мы готовы. Голозапись заканчивается чем-то. Так, окей. Возможно, джедай, но мы все еще не знаем, пока мы не получили ответ на сообщение от республики. Если выживший и правда джедай, то это объясняет скорость восстановления. Но меня больше заботит, что джедай может, может учинить неприятности. Некоторые шахтеры против этого. Еще одно происшествие сегодня. Взрыв в тоннелях вентиляции. Не выйдя в строй из оцеленной меры, весь комплекс был бы уже уничтожен. Большинство пострадавших вовремя доставили в кольта-резервуары, на остальных пришлось отправить в морг. Одни из раненых сказал, что несчастный случай устроил дроид, но мы и не выведывали ничего. Да, здесь все померли уже, потому что роботов перепрограммировали. Просто пипец. Так, третья, да?
Или мы были. Шахтеров от джедая несколько дроидов повели себя странно, и даже стирание памяти не помогает. Произошел взрыв в еще одном топливном дренаже, в котором работали дроиды. Несколько из них мы деактивировали и перенесли на станцию техобслуживания, но до сих пор на них пламенные ожоги. Потому что рабочая смена у нас урезали почти наполовину, не из-за неполадок у дроидов. Мы в этот месяц можем не успеть с поставками на Тила. К счастью, взрыв не окончился изоляцией. Произошла детонация топлива в туннелях шахт, введена аварийная изоляция. По всему персоналу явиться в жилой отсек и ожидать ввода в строй мер аварийной вентиляции. Нет, эта система вентиляции отказала эвакуировать медицинский отсек. Всем эвакуироваться. Что там произошло у них? Доступ к жизненным показателям пациентов. Скончался, больной выздоровел. Нормас, трупы там, короче, маринуются. Вот этот прикол. Так, к лечению пациентов, это мы все знаем. А, не, вот, смотри. Лечение. Всех пациентов лечили от сильных плазменных ожогов. Результатом последнего запроса на лечение стала смерть всех пациентов, кроме пациента 3, чьи признаки жизни были сведены к минимуму. Обработка ран. Проверить последний запрос на лечение. Все резервуары, включая 3, внедрили смертельную дозу седативных лекарств. Запись о том, что кто прописал лечение, отсутствует. Нифига себе. Компьютер, попытаться отследить запрос на лечение. Шипы 1. Компьютер недостаточно шипов для взлома. А, у нас нет, да? Ноль. Обалдеть. Блин, надо, короче, узнать. Я знаю по сюжету, кто это был, но... Обалдеть. Так, так, получить доступы. Нам шип надо найти, обязательно опыт получить за это. Доступ к медицинской камере. Угу. Доступ к камере морга. Так, вон она, трея лежит это. Открыть дверь в морг. Во. Так, получить доступ к медицинскому инвентарю. Похоже, медицинские предметы можно создать, используя лабораторный верстак рядом с терминалом. Окей. Как скажете. Так, консоли. Включение пациентов. Окей. Нам надо, короче, этот шип один сделать, да? Вы обнаружили записи, в которых указано, что шахтерам в медицинском отсеке Пирогуса была введена смертельная доза седативных препаратов. Вы получили такую же смертельную дозу, но выжили. Вам следует попытаться выяснить, кто ее назначил, а затем и зачем попытаться вас убить. Вот так прикол. Бонус-миссия, кстати говоря. А, ну и бонус-миссия, это, наверное, не главный квест, да? Выбор будет, так, это все мы знаем. Так, нам надо шип сделать, да? Воспользоваться, чем можем, так, стимулятор, мины, гранаты. Подожди, это лаборатория, это другой, это не верстак, да? Так, мина, гранаты. Разобрать можно только медпакет. Здоровье, медпакет. Блин, тут ерунда, гранаты, все это нам не надо. Нам шипы нужны, медицинские. Мы тут забирали что-то? Он что, бесконечный, что ли? Мы же отсюда забирали вроде, нет? Вот это вынос мозга. Так, ладно. Пошли, резак возьмем, да, этот нам надо шип найти, и обязательно сюда вернуться. Так, Рэя. Это пожила женщина, выглядит мертвой, но обстоятельства ее смерти неизвестны. Труп. Плазменный резак. Взять, отлично. Вот тебе, труп ожил, я бы вот в угол бы забился сейчас в ужасе, как паук, блин. И завизжал бы, вообще как зомби. Нашел то, что искал среди мертвецов? Я думал, ты мертва. А, твой голос, это его мне удалось услышать, плавая в кольта-резервуале. Во, ну-ка, давай, вот это скажем. Да, я надеялась на это. Я проспала здесь слишком долго и не могла пробудиться. Может быть, в бессознательном вышла на связь, и твой разум откликнулся? Или, наверное, ты был подобному обучен? Так, слишком долго спала. Когда я зашел, казалось, что ты мертва. Во, кстати говоря, принцип здесь такой, что сейчас у нас пока не работает воздействие на спутников. То есть здесь можно либо темным, либо светлым становиться. Без разницы. Потом давайте, наверное, по темному ответим. Значит, ты можешь коснуться разума и изобразить смерть. Тут такая. Просто в будущем держись подальше от моей головы. Чего тебе надо? Я Крея, я спасла тебя, как и ты меня. Скажи, ты помнишь, что произошло? Последнее, что я помню, что я был на борту республиканского корабля «Предвестник». Что с ним произошло? Так, давай. Это я здесь задаю вопросы. Как меня сюда занесло? Признаюсь, мне известно немного больше твоего. И я не знаю, где это самое здесь. Как спасла тебя, я помню, на корабле «Республика», на котором ты был, напали. А ты был единственным выжившим. Причина тому, несомненно, твое обучение у джедаев. Если ты думаешь, что я джедай, то ты ошибаешься. Я больше не член ордена джедаев. Откуда ты знаешь, что я бывший джедай?
Давай вот так. Если ты думаешь, что я джедай, то ты ошибаешься. Своими станами и походкой ты выдаешь себе джедая. Ступая, ты клонишься к земле, словно несешь некую ношу на плечах. У меня с орденом джедаев неприятная история. Это не твое дело. Давай разберемся с настоящим, что это за место. Это не твое дело, кстати говоря, да. Видимо так. Оставь прошлое себе и давай сосредоточимся на настоящем. Ладно, что происходит? Что это за место? Я не знаю, в своем сне я была отстранена от мирских событий. Осмотр обстановки может дать нам некоторые ответы. Корабль, на котором мы прибыли, Черный Ястреб, должен до сих пор быть здесь. Нам следует вернуть его и уходить. Почему нам нужно уходить? Мы с чего-то взяла, что мы с тобой в этом деле вдвоем. На нас напали однажды, и боюсь, нападавшие не прекратят охоту так просто. Без транспорта, оружия, информации, мы станем для них воистину легкой добычей. Бдительность, ты что-то нервная какая-то, обеспокоена, что-то не так? Даже во сне я ощущаю здесь немало беспокойства. Мне виделись странные вещи, рассудки, рассвеченные страхом. Теперь же все окутано грозным безмолвием. Предупрежу напоследок, я бы скорее выяснила бы об этом все возможно. Боюсь, нам понадобится покинуть этот внезапно, как и прибыли. Посмотрим, должен ли быть кто-нибудь остаться в живых, поищу корабль и что-нибудь из оружия. Зачем-нибудь еще следует поглядывать? Ну-ка давай. Может, захочешь еще и поскакать какой-нибудь поискать какую-нибудь одежду, да хотя бы ради твоего первого впечатления. Так, убеждение, запугивание. Шахтеры медосеки были убиты, не знаешь почему? Так, медосеки были убиты на первой дозы седативных препаратов. Не знаю, что это произошло. Давай-ка вот что-то запугивание. Может быть, темную дадут нам. Шахтеры в медосеке были убиты, не знаешь почему? Я не знаю. Почему же они пощадили тебя? Меня не пощадили, мне дали ту же дозу, но по какой-то причине мне удалось выжить. И правда, джедайский транс может защитить от подобных ядов. По сути, седативно могли применить целью на какое-то время подержать тебя без сознания. Для необученного подобным техникам оно, однако, оказалось бы смертельным, крайне любопытно. Блин, так быстро она говорит в английском языке, намного быстрее говорит, чем на русском. Это просто пипец, прочитать реально не успеваешь. Ты, похоже, немало знаешь о джедайских техниках. Просто не путайся у меня под ногами, не то разделишь участь этих трупов. Ну-ка давай вот так. Представляю исследование этого места тебе, а я же останусь здесь и попытаюсь сосредоточиться. О, отлично. Ну все. Мы сделали первые шаги в пути на темную сторону силы. Эгоистичные поступки и жестокость к другим поведут вас дальше во тьму, искажая порчей вас и вашу внешность. По мере возрастания вашей мощи, благие героические поступки могут обратить это вспять, передвинув ближе к светлой стороне. Пока у нас нет последствий на возникновение этого. Кстати, блин. Вряд ли мы тут откроем, да? Через любую дверь, которую можно выломать, можно еще легче прорубиться световым мечом, либо инструментом вроде сварочного аппарата. Чтобы скрыть эту дверь, экипируйте, так это все знаю. Я попробую, конечно, но на всякий случай. Невозможно. А, блин. Только что сказал болван, что я все знаю, и... Позорище, надо же, а. Так, плазменный резак. Ну все, ГГ. Сейчас тут роботехи будут. На, не забыть обязательно шип. Что нам еще нужен шип. И вернуться узнать историю, что там такое вообще произошло. Ну-ка давай. Виброрезак. Виброрезак обычно использован в горном деле, также служит в качестве эффективного холодного оружия. Холодное оружие дает нападающему огромный бонус к атаке против врагов со стрелковым оружием. Экипируйте виброрезак в другой слот под оружие, затем переключайтесь между ними и сварочником, если понадобится открыть. Окей. Какую-то дверь. А можем в дверь какие-то его взять? Нельзя, да? Давай. Так, а на какую кнопку, интересно, на Q? Вы можете использовать мышь, чтобы выбирать доступ. Это нет, не то. Блин. Короче, я не помню, на какую кнопку. Так, игра. Назначение клавиш. Вперед, свободный обзор. Осмотреться, предыдущее. Выбрать предыдущее. Q, E. А как оружие менять? 1, 2? Ой, нет, подожди, это не то. Короче, так, тап, С, Б, В, З, Х, Р, Ф, Т. Короче, хрен его знает, как там менять их, надо будет посмотреть потом. Так, дроид. Блин, ну как менять-то реально?
Набор 1, набор 2. Замена оружия. Видимо, никак. Видимо, только так, окей. Так, шип мы по-прежнему не нашли. Сейчас будут два дроида сразу вроде. Так, это все мы знаем. Где второй раз нам об этом говорить? Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой, извините, пожалуйста. О, как повезло, пипец, за хп-то не слежу. Лоботряс, блин! Опять эти лаги, чертовы. Короче, он опять не двигается. Блин, это пипец. Надо сохраниться, загружаться. Но можно поменять эту раскадровку, и вроде норм будет. То есть не 120, у меня сейчас стоит 120. И он после каждой битвы вот так зависать будет. Это просто дичь. Если так, такая фигня будет, то, наверное, что-то надо будет придумывать. Иначе пипец. Так, после каждой битвы с ума сойдешь. Так, что у нас по... получается, вот дверь, да. И у нас вот здесь вот еще шип один нам надо найти. Очень надеюсь. Так, давай. О, как. Да, зараза. Блин, так-так крепенькие они. Гад, вот опять. Это какой-то пипец. Так, графика. Давай позовем разрешение экрана. А, может только в этой. Блин, вот это проблема вообще, конечно, пипец. Надо будет что-то продумывать. После каждой битвы, конечно, жесть. Давайте сейчас я, наверное, тогда попробую перед боем сохраниться. Вот, чтобы можно было потом потестировать. Вот, перед следующим боем. И тогда загрузимся и посмотрим. Давай сейчас, наверное. Если сейчас бой будет, то я потестирую. Там надо с частотой кадров придумать. Так, нос пока норм. Компьютер ушиб, пожалуйста. Спасибо большое. Так, сюда можем? Это вход был, он перекрыт. Странно, в моих видениях он был открыт. Попытаться отыскать другой способ открыть шлюз, Крея? Так, ну давай, попытаться. Странно, что аварийный шлюз не открылся, учитывая обстоятельства. Вы можете суметь открыть его, если доберетесь до терминала доступа. Окей. Так, ничего. Так, давай сохранимся. Если роботы будут, то сейчас... Ага. Ну, роботы, по-моему, как раз там будут. Так, нам нужны чипы. Обходчик. Ну-ка. Нормас. Не зря старался. Так, компоненты, отлично. Только один ящик. Блин, хреново. Так, давай. Проверить запас записи охраны. Давай посмотрим. Голоинструктаж по безопасности на первом осе. Вот это да. Эта штука работает? Хорошо. Всей команде, особенно тебе, Корта, слушайте внимательно, потому что я не стану повторять дважды. Если кто-нибудь еще из вас жумоголовых попытается пронести бластер или еще чего не хватало, любое осколочное оружие военного класса в мой комплекс, то ему предстоит пройтись пешком из тамбур-шлюза. Почему? Потому что если вы вдруг забыли, парагуска топлива взрывается при высоких температурах. Именно это выбило тот кусок из парагуса 2 и создало это астероидное поле. Так что если я поймаю любой из вас с чем-нибудь, кроме звуковых зарядов или шахтерских лазеров, гореть вам и вашему контракту. Охрана, конец связи. Security out. Журнал докладов о несчастных случаях. И если верить одному из шахтеров, это потому, что один из звуковых зарядов рванул слишком рано. И, как и раньше, его установил дроид-шахтер. Трое дроидов-идиотов оказались так близко к грязи, чтобы гранат рванул, а взрыв превратил их в кости в пыль. Взрыв разнес внутренние детали дроида, установившего заряд, так что мы не можем даже разобрать его, чтобы узнать, что случилось. Мне нравится, мне то, что здесь происходит. С самого появления этого джедая становится все только хуже. Дело не только в Корте и его шахтерами из 40, теперь еще и дроиды сходят с ума. Эх, если мы не узнаем, кто за этим стоит или кто, этот комплекс станет космической пылью раньше, чем прибудет следующий фрахтовик Стилоса. Окей. Журнал техобслуживания шахтерских дроидов. Итак, что-то из техобслуживания, тогда, может быть, ты объяснишь, что происходит с этими дроидами? Сэр, я не знаю, их поведенческие ядра будто бы подвергаются бинарному распаду, но я не могу найти источник, такого не должно происходить. Но это обнадеживает. Этого не происходит. Значит, тогда он в следующий раз пробьет туннели вентиляции, я смогу просто закрыть глаза и притвориться, будто мне все это кажется.
Лучше найди мне ответы. Я хочу знать, сколько вреда эти дроиды могут принести, если вместо астероидного камня начнут бить нас. Сэр, это же не боевые модели дроидов. Их шахтерские лазеры не такие мощные и точные, как бластеры. Я сомневаюсь, что они даже попасть кого-то смогут. Ты что, слепой? А как же шахтер в медотсеке? Это саботаж, и он начался сразу после того, как капитан сказал, что мы не можем продать этого джедая биржа. Так что я хочу, чтобы ты выяснил, каким образом саботируют этих дроидов. Так я могу узнать, кто пытается расчистить путь, чтобы вытащить джедая из комплекса и остановить его. Тем временем проследи, чтобы охрана была вооружена всеми ионными и звуковыми зарядами, какие можешь найти. Если эти дроиды начнут переходить за мной, им понадобится нечто большее, чем низкопробный шахтерский лазер, чтобы меня убить. Да, сэр. Пункт... идиот. Блин. Так быстро, это просто кошмар. Техслужение административной консоли. Я установил тумблер перехвата управления, чтобы выключить всех дроидов на этом этаже, если вдруг кто-то отрежет меня от административной консоли. В качестве дополнительного страхования я связал тумблер перехвата управления с целью тюремной камеры. Таким образом, ее можно будет открыть только если все дроиды на этаже будут отключены. Сомневаюсь, что у Корта и какого-то из его людей хватит навыков такого провернуть, но я не собираюсь рисковать, сидя посреди астероидного минного поля. Как кто бы это ни был, за это в ответе, он не сумеет заставить дроидов вытащить себя, когда я его запру. В эту дверь ничто не ворвется, он будет в ловушке. Окей. Инвентарь склады охраны. Помехи. Ставил генератор скрывающегося поля в одном из ящиков на складе охраны. Если верно помню схематику, то интерфейс на поле должен сработать против дроидных сенсоров. Все, что мне нужно знать, это надеть пояс и умение скрываться, чтобы позволить им. Если я не стану слишком близко подходить к дроидам, они меня не засекут. Если больше дроидов начнут барахлить, пояс выиграет мне достаточно времени, чтобы я смог добраться до тумблера перехвата управления, который я установил на консоль пункта связи. Я бы предпочел отключать их, а не уничтожать. Я хочу узнать, как этих дроидов саботировали, и, возможно, обратить их против того, кто их саботирует. Ага. Так, окей. Доступ к удаленному управлению камерой. Главный офис охраны. Здрасте, это я. Склад охраны. О боже, их 3 штуки тут. А можно что-то с ним сделать, интересно? Пункт связи. Так, у нас шипов 0. Пункт связи, так, окей. Камера заключения. О, здорово. Аварийный люк шахтовых тоннелей. Окей. Возврат, возврат. Так, ну, ничего нового мы тут не открыли. Я так понимаю, у нас сейчас, по-моему, заруба будет, да? Давайте сейчас тогда, если опять звезд зависнет, я попробую что-нибудь сделать. У меня есть одна идейка, вот и... У меня есть тактика, мы ее будем придерживаться. А, подожди, еще не все. О, тут заставка. Будь осторожен, в следующей комнате слишком много энергии, но она исходит не от чего-то либо живого. Крея? Что? Разве ты не чувствуешь? Возвысь и отбрось свое зрение, отбрось созерцаемое, и вместо этого достигни им своим... их своим восприятием. Это типа я увидел, да? А, ты чувствуешь их? Дроидов нельзя воспринимать. А, но небольшие колебания энергии, ты чувствуешь, как от них раздается эхо. Ну, все бы так говорили, как Крея. С помощью Крей вы обладели пассивной способностью предвидения. Когда она дает о себе знать, игру стоит сохранить. Вот. Так, ну чё, давайте тогда дальше погнали. Видимо, у нас тут какие-то эти открываются. Так, где там? Черт, я побрал. Умения? Нет, не умения. Способности. Да, вот способности. На этой странице перечислены ваши способности силы, применение и ее возможности требуют очки силы. Ваша приверженность светлой или темной стороне влияет на стоимость использования. Так, это понятно. А что у нас? Ограниченное количество какое-то, что ли? Предвидение уникальное. Предвидение предупреждает джедая, когда впереди таится огромная опасность. Огромная. Некоторые проявления силы можно... Слушайте, а чё? Почему они этот самый ограниченный, что ли? Вот это прикол. Так, ладно, погнали. Да, кстати, я пистик взял. Ой, блин. Так, давай, наверное, вот так. А, ты слышишь её? Едва уловимо, но она рядом. Так, странно себя чувствую, как будто седативное слабеет. Ты чувствуешь силу. Не так много минуло времени, чтобы ты позабыл. Но ощущаться не так, как раньше, как будто бы идет с большого расстояния. Не воротись от нее, слушай, чувствуй, как она эхом раздается в тебе. Иди, я проведу тебя знакомыми тропами, тебе это понадобится, раз мы хотим выжить и сбежать из этого места.
Получение очков опыта медленно восстанавливает вашу связь с силой. Зайдите на экран повышения уровня для распределения новых умений силы. Да. Вот, кстати, я тут разобрался. У меня склейка тут небольшая. То есть меня отвлекли. Вот, и соответственно, короче, перед этой заставкой я вставлю вот это вот все. И вы ничего не заметите. Я посмотрел, вот, оказывается, кнопка смены оружия, да, и я все-таки взял вместо меча пистолет бластер, потому что при бою тут иногда, в бою иногда тут заедает, вот, и надеюсь, что это все пофиксится, черт возьми, ну ладно. Потому что после боя иногда он просто тупит и стоит на месте, и ничего не, не тот самый, не алло. Так, вот, все, генератор поля, сейчас кое-что попробуем. У нас там дроиды ждут, вот, но я хочу попробовать их с помощью генератора боли пробежаться, но для этого нам надо взять, получается, одну скрытность, да? Так, я сохранился, специалист рукопашник, вот, спасибо. Так, вот скрытность, да, вот одну возьмем. Да, вот смотрите, использование компьютеров, у нас теперь классовый навык, то есть мы сюда можем прям за одно очко вкладываться, это прям здорово. Так, бдительность нам пока не надо, давай убеждение, ремонт обязательно. Вот так вот, возьмем обработку ран, пока не будем. Вот, и попробуем скрытность взять, чтобы, сейчас покажу. Так, способности. Насчет способностей. Так, что тут у нас? Обман разума. Универсальная способность, унифицированная, с ума сойти. Неудачный способ. Давайте, наверное, вот эту возьмем, пока я точно не знаю, темную или светлую, какую там еще чего, куда. Вот, поэтому, наверное, пока будем прокачивать то, что нам, в принципе, надо там с дроидами, но обман разума попробуем, черт его знает, может пригодиться. Давай, наверное, возьмем ее. Звучит прикольно, в любом случае сохранились. Вот, и сейчас попробуем одеться, да, на этот, на... Так, где там, вот, генератор поля, очень надеюсь, что его можно будет использовать. Не, нифига нельзя, блин, а, вот. О, отлично. Все, мы теперь невидимы. Сейчас попробуем пробраться к этой, к... У нас, конечно, скрытность просто пипец. Сейчас попробуем пробраться к этим, к дроидам. Они вроде здесь, если я не путаю. Или поджили не здесь. Да-да, вот здесь. Вот, вот они, дроиды. Сейчас попробуем, их можно отключить. Но надо посмотреть, за каждого дают сколько там, 100? Оп, ах, падла. А, бежи быстрей. По-моему, вот здесь вот отключаются они. Так, ну-ка давай попробуем. Я не знаю, по-моему, их потом можно будет разбирать. Так, в отличие от других консолей, которые вам встречались, у этой нет порта доступа, через который вы могли бы проникнуть в систему. Вам понадобится код шифрования, чтобы разблокировать ее. Поискать тумблер перехвата управления. Вы нашли тумблер перехвата управления, установленный отвечающим за безопасность. Хотите его активировать? Активируй. Вот, и по-моему, дроиды сейчас отключатся, если мне не изменят память. 400 опыта. А, не, а, да, вот, смотри. И, по-моему, их вообще можно будет разобрать. У дроида еще остался запас энергии, но он больше не получает сигнал центрального дроидного пульта. То есть, получается, мы 400, как минимум 4 дроида, это уже хорошо. Снять с дроида шахтера запчасти. Вы удалили несколько компонентов. Отлично, вот это начинается. Так, проверить поведенческое ядро единицы. Похоже, что в вокабулятор этой единицы недавно было внесено несколько модификаций. Проверить последние полученные команды. Похоже, что их протоколы установлены на бурение любой органики и неавторизованных дроидов в комплексе. Если это так, тогда дроиды наверняка ликвидировали все и вся на этом объекте. Переключить протокол на защиту органики. Нет, подожди, не надо. Подорвать дроида с помощью несмертоносного заряда, заминировать дроида, через 30 секунд он взорвется, нанеся урон всем в радиусе 4 метров. Можно запчасти, давай снять запчасти из дроида. Вот, вы уже все забрали, больше компонентов не осталось. Можно его попробовать перепрограммировать, го, попробуем. Вот, переключить протокол защиты органики. Нам, если опыта дадут, то хорошо, давай попробуем. Успешно, дроид переключен на защиту любой органики в комплексе. Если кто-нибудь решит напасть на вас, дроид попытается вас защитить. 50 опыта. Это интересно за то, что мы этот самый. А сейчас давай взорвем его. Опыт дадут? Не, нифига не дали. Так. Давай все тут осмотрим. Получается, у нас можно дроида всех этот самый. Не драться даже с ним. Вот это прикол.
Так, ну-ка иди сюда, дрич. Так, ремонт снять с дроида запчасти. Успешно. Сейчас оставить дроида. Ага, опыта не дали. То есть, получается, когда мы переключаем на органику, нам дают опыт половину. Хорошо. Так, переключить на защиту органики. А, не, нифига. Видимо, сразу надо, да? Снять запчасти. Заминировать дроида, через 3 секунды он взорвется. Ну-ка, давай вот так попробуем. Ну, опыта не дают? Ну ладно, что-то за первый раз нам дали 50 опыта. Видимо, надо все одновременно делать. Пес его знает. Снять запчасти, едет. Но в любом случае, запчасти нам важнее. Вот, потому что тут все можно разбирать. Это черт возьми, да, да, вообще, вообще. Так, если 50 опыта сейчас еще получим, то будет вообще здорово. Так, что у нас-то получается? Снять, потом переключить. Снять опять, да? Вот так. Не, 50 опыта жалко, что не дают. Это просто пипец, ну ладно, оставим. Мало ли кто тут еще будет буянить. Так, снять, переключить, снять, все. И, я так понимаю, ремонт запчасти, вы уже забрали все, да. Блин, видимо, только за первого дали 50 опыта, очень жаль. Очень жаль, ну ладно. Так, снять запчасти, все. Сколько у нас получено компонентов? Сколько у нас вообще компонентов, мне интересно. Так, разные. Так, оружие, броня, датапады, все полезно, наверное, да? Блин. А куда они падают-то? Что-то тут нет. Где-то, видимо, кого-то... блин, нет, тут вроде этот фильтр, все. Где-то, короче, где-то вот показано, вот 100%. Генератор так полезно, задание разное. Вот, по идее, здесь. А что за компоненты? Да они, видимо, в каком-то интерфейсе этого. Как его? Так, подожди, на еще тут осмотреть с этим я пока не буду. Там этот мужик с ними долго говорить надо. Давай сначала посмотрим вот здесь все. Всех вот этих вот заберем. Так, снять, выключить ремонт. Все. Вот, компоненты, да? И, видимо, компоненты будут показаны только на этом. На верстаке, я так понимаю, да? Так, вот здесь, по-моему, еще два дроида, да. Ну, кстати, 400 опыта мы не слабо потеряли, конечно, на них, да. Но, ладно. Компоненты тоже важны. Тоже важны. Пускай нас теперь будут защищать. Так, вот, вот мы еще компоненты взяли. Где их смотреть? Черт его знает. Вот он до сих пор еще моргает. То есть просмотрим все. Все. Теперь у нас точно все, да? Видимо, где-то в крафте в каком-нибудь что-нибудь такое, наверное, где-нибудь. Вот здесь, наверное, что-нибудь. Блин, это молоток, как будто, знаете, этот сохранить. Ой, этот. Создать там что-нибудь такое. Ладно. По-прежнему моргает. Я что-то не понимаю. Ладно, фиг с ним. Балован? Балован, просто балован. Так, ну что, все у нас получается, надо говорить с этим. Да, у нас тут все. А, это дверь. Эта дверь, по-моему, вообще не открывается. Я что-то не ее не посмотрел, по-моему, она. Да, невозможно. То есть она не открывается. Так, у нас туда еще есть. Но там вроде, тоже вроде ничего нету. Сейчас надо с этим поговорить, с балбесом. Сейчас откроем, просто чтобы было. Но здесь какой-то стыковочный что-то там. А, да, вот стыковочный для дроков написано. Ну так что? Да, вот, все, нормально. Так, погнали тогда с этим балбесом говорить. Посмотрим, что там с ним произошло, что он нам расскажет. Пока у нас влияние не включено, да, то есть квест не начался, обучение. То есть можно сейчас зло отвечать ему, набирать очки зла и как бы... За этой дверью есть кто-то живой, смотри в оба, его мысли сложно прочесть. Да, этого болвана. Но тебе не стоит его бояться, он может оказаться полезным. Окей, как скажешь. Nice outfit. И на наряд. Что у вас, шахтеров, сменилась униформа, пока я здесь был? Так, у тебя есть Сима или только длинный язык? Кстати, хороший ответ. У тебя есть Сима или только длинный язык? Атон, Атон Ред, извини, что я не могу пожать тебе руку, это электрополе оставляет небольшие ожоги. Так, у меня нет на это времени, рассказывай, что здесь прошло сейчас же. Ну-ка, давай. В смысле, до или после прибытия того же, да. В любом случае, история очень короткая.
Видишь ли, появился вот этот джедай, и ты знаешь, что это значит. Если попался джедай, скорее вся республика начинает шарить у тебя в ионных двигателях. Но дальше еще лучше. Видишь ли, некоторым шахтерам пришлось ферритовые черепушки, что раз уж джедай без сознания, то они могут получить награду, которую за живого джедая выставила биржа. Ну, тем, кто здесь представляет закон, такая идея не понравилась, так что началась перепалка двух групп. Потом был какой-то большой взрыв, после чего я тут еще долго сидел, ожидая, пока не зайдет какой-нибудь полуголый шахтер, начав задавать вопросы. За поимку джедаев выставили награду? Зачем? Мне мало об этом известно. Возможно, биржа хочет одного в качестве трофея, либо кто-то имеет зуб на джедаев. Джедая немного осталось, я не удивляюсь, если награда довольно высока. Джедаев осталось мало, что с ними произошло? Те, кто не погиб в гражданскую войну джедаев, давно выключили световые мечи. Говорят, даже совета джедаев больше нет, но кто знает? До меня доходили слухи о войне, но война среди джедаев? Да, Реван, Малак и джедаи, которые примкнули к ним в Мандалорских войнах. Оп, они обернулись против других джедаев и устроили буч, которая чуть не погубила всю галактику. Где ты был? До меня... Так, это мы отвечали уже. Я был далеко. Просто скажи мне, что было дальше. Что происходит? Так, а что-то что? Так, давай, просто расскажи мне, что было дальше. Ну, меня там не было, но, как и все ситхи, Реван и Малак пошли друг против друга. После того, как они пошли против джедаев, конечно. По слухам, сначала от рук Ревана пал Малак, затем было объединение ситхов на Карибане против Республики. Да, так все и было. Что бы там ни происходило, длилось оно недолго. Там на Карибане разразилась какая-то гражданская война, Академия рухнула с концами, потому что Реван наконец-то поглотил все своим великим походом. Сколько же ты просидел в этой клетке? Реван был мужчиной, а не женщиной. Может, ты и прав, может, мне просто хотелось, чтобы Реван оказался женщиной. Так, у меня к тебе другие вопросы. Послушай, без обид, ну или типа того, но этот странный полуголый допрос мне не в моем вкусе. Эй, погоди-ка, это же ты тот джедай, о котором говорили шахтеры, а где все? Да у меня вот такой же вопрос. Тут дроиды у вас сбунтовались, блин. Так, только не надо из себя дурака строить, ты должен был видеть, что произошло. Пользуясь прекрасным узором за охранной клетки? Слушай, я слышал взрывы, аварийную тревогу, еще токсичный газ сошел из вентиляции. Может, из них никто и не пережил случившегося, а если их всех больше нет? Слушай, ну ты меня выпусти, а я тебе смогу помочь, правда смогу. Я и столько передряг уже выбирался, что и не сосчитать. Убеждение, я хочу сначала узнать твой план, а уж потом можно будет выбраться отсюда. Работает. Этот комплекс не военного сооружения, а это значит, что у нас может быть шанс. Ты выключишь сторожевое поле этой клетки, а я переключу аварийную систему, чтобы мы могли добраться до ангаров. Возьмем корабль, а затем улетим отсюда. Так, убеждение запугано. Шахтеры в медотсеке были убиты, не знаешь почему? Нет, аж должен. Может, тебе стоит спросить одного из шахтеров, придумавших о том, чтобы продать тебе биржу? Может, они хотели накачать тебя и увезти? Не приходил в голову? Умейся, я же просто спрашиваю, я не обвиняю. Ну так что, закончили с допросами? Будем теперь работать вместе и попытаемся выбраться из бардака. Почему тебе не сказать, что делать, а там посмотрим? Не согласен. Не выбраться отсюда мне, не выбраться и тебе. Так, я отключу клетку, но если попробуешь бежать, прикончу в ту же секунду. Интересно, как это сделал? Силой мысли? Отлично, теперь к делу, найдем команду консоль. Так, просто иди вперед, впереди меня, не делая резких движений. Будем крутым парнем. Надеюсь, Владом дадут. Хорошо, вот оно. Эта консоль настроена на автоматический сигнал. Возможно, тебе приходилось слышать ее по приходу сюда. Карта астероидная дрейфа постоянно обновляется, так что она посылает сообщения всем входящим судам, чтобы их не превратило в космическую пыль. Сигнал предупреждает их сохранять дистанции до передачи карты орбитального дрейфа, а затем присылает входящим кораблям инструкции по стыковке, обычно это фрахтовики. Суть в том, чтобы ту же передачу можно перегнать на локальный узел и внезапно получить доступ к системе связи изнутри. Чистый пазак, консоль наша. Теперь нам нужно всего лишь реактивировать турболифт и снять аварийную изоляцию. Эй! Так, похоже, ты собираешься сказать мне, что что-то, чего я не хочу слышать. Эту систему отрезали от главного узла после того, как закрыли удаленный доступ. Нельзя даже перераспределить ее, отрезали начисто. Ремонт, они не похожи на стандартную процедуру при аварийной изоляции. Нет, кто-то попытался наглухо заблокировать весь этаж, оставив нас здесь, в западне. Можем мы сделать что-нибудь? Должен быть какой-то способ снять изоляцию отсюда.
Сомневаюсь, мы всего лишь вернули себе связь, а смысла кричать вакуум мало. Давай посмотрим, сможем ли связаться с кем-нибудь. Как хочешь, дальше мы мало что можем сделать, связь в твоем распоряжении. Так, отлично. Отлично. Мы теперь темнее, еще темнее. Темнее темного. Так, проверить записи администрации. Запись журнала. Подтащили фрахтовики сюда, ему повезло, что его не уничтожило, когда он продрейфовал. На борту немного, один поврежденный дроид, один надоедливый протокольный дроид и куча трупов. Выжившего отправили в медотсек, остальных в морг. Распознать ID-код корабля не удалось, так что мы передали его республике для разъяснений. Расспросили протокольного дроида о случившемся. Говорят, что они с хозяином, полагаю, это выжившие, были на республиканском корабле предвестник, когда у того отказал двигатель. Он говорит, что выживший был и пассажиром того судна, да еще и джедай. Раз так, значит, у нас видимо, проблема. И, кстати, этот хозяин, это очки из России, наверное, там, да? Протокольный дроид, блин. Ой, пипец. Так. Инвентаризацию тела и трупа. Все совпадает с рассказом протокольного дроида. Дроид Т3 завис, так что мы оставили его на складе в режиме ожидания. Не знаю, каким кодом его активировать, но с таким же успехом можно было и голосовой может быть на голосовой активации. Протокольного дроида работает в техобслуживании, чтобы сортировал порядки сигналов дроидов-шахтеров и обновлял их сенсоры опознания. А еще, когда выживший придет в себя, надеюсь, и со станции уберется. И, блин, так быстро, это просто нереально. Переполох между сменами рабочих, кто-то проболтался про жда, и шахтер не знает, что с ним делать. Бригада карты готова была забрать креды по награде, которую биржа выставила за джедаев, но я это прекратил. Мы свяжемся с Тилосом, чтобы понять, не слово Републики, но я отослал по широкому каналу запрос на записи к этому черному язребу. Один шахтер рассказал, что это было контрабандистское судно. В несчастных случаях шахтеры, как на иголках, должны быть подведенческие ядра дроидов поврежены к какому-то бинарному коду. Двоих шахтеров пробудил лазером дроид Атея. Два взрыва в системе вентиляции. Что, боже, как же они быстро. Блин, на английском намного быстрее читают, чем на русском, просто нереально. Ну ладно. Так. Доступ к системе связи, общежитие. Ответа нет. Отсек ангар. Получив доступ к ангарному отсеку, вы слышите серию низкотональных свистов и писков. Судя по звуку, на другом конце вспомогательный дроид. Меня слышно? О, здорово, старый друг. Так, сделай диагностику, затем следуй моим инструкциям. Так, давай сначала спросим, ты в рабочем состоянии? Да, еще бы знать, что он отвечает. Мне нужен другой выход с этажа, сейчас же. Мы в западне на административном этаже. Ты можешь разблокировать рубли? Давай погрубим, пока влияние не работает. Мне нужен другой выход с этажа, сейчас же. Так, не будем его слушать. Отсюда есть какой-то выход, кроме турболив. Должны быть аварийные люки, попробуй найти такой. Так, все равно не знаю, что он там говорит. Я лучше рискну, чем буду сидеть в заперти. Не обращай, не обсуждай мои приказы, просто следуй им. Окей. Так, не знаю, темноты нам дали или нет. Пока без риска. Так, сейчас, по-моему, вообще за него будем играть. Да, отлично. Журнал «Новая запись». Так, что там? Витамин нуждается в спасении. Вы застряли на административном этаже Пирагуса и активировали Т3, чтобы тот открыл аварийный шлюз, через который вы сможете сбежать. Т3 понадобится найти консоль, выходящую на штабное управление Пирагусом, и открыть аварийный выход удаленно. Ага. Так, кстати, медалька, бонус миссия. Мы пробудились. Да, нам еще надо бы не забывать этот компьютерный шип найти, чертов. Так, я так понимаю, у нас тут не алло, да? Да, взрывчаткой надо, окей. Так, давай, очень надеюсь, что хватит тебе. О, неудача, значит, это норм. Так, звуковая граната, компоненты, химикаты. Надеюсь, у нас этот инвентарь общий. С лоботрясом, блин, так, чувак. Так, ремонт набора, это хорошо. Видимо, тот ящик, он запрограммирован был на первый раз зафейлиться, да, чтобы, типа, обучение прошло. Так, вроде как все. У нас получается два выхода вот сюда. Низкая защита. Ой-ой-ой, ты куда поехал-то, балаван? Фига себе. С разбегу, видать. Ну вот, балаван с разбегу взламывать пошел. Так, вот она, консоль, и вот наш этот черный ястреб, да? Нам, видимо, сюда надо доступ открыть.
О, кстати, а мы роботов-то всех вырубили, интересно. А, наверное, только здесь, да? Вот эти двери, по-моему, закрыты. Бесполезно открывать. Да. С другой стороны, тоже они через консоль как-то открываются, я точно помню. Так, ну-ка, что тут? Ага, ремонтный набор, окей. Что-нибудь крутое, компоненты какие-нибудь, пушки, не? Так, окей. Что здесь? Пульт ангара. Система повреждена, ремонт этой консоли удален ряд деталей, а несколько подсистем обработаны лазерной дрелью. Однако, несмотря на диверсию, предусмотрена возможность быстро восстановить базовый функционал консоли, заменив недостающие детали. Запчасти 0 у нас, да? То есть, не хватает, окей. Нам надо, короче, их найти. Так. Инвентарь у нас вроде как общий, да? Поэтому давай нейроусмиритель поставим. О, тут еще дофига всякого. Так, это на взломы, на всякие. Так, и все, вроде, больше ничего вроде нет. Так, все, поперли. У нас там сейчас дроиды, по-моему, будут. О, прикольно, вот если они сейчас тоже будут отключены, и можно будет их разобрать. Вот это прикол будет. Так, ну-ка давай, бро. Хорош. Так. Так, давай-ка, наверное, вот так вот сделаем. Ой, подожди, это что-то говно какое-то. Электрошокер. О. Нифига себе. Ой, да он из бластера-то сандалит. Мама, не горюй. Он из бластера-то фигарит, вы дали? Ну-ка. Сотенка сюда. Хорош. Ну это какие-то лажуба дроиды, честное слово. Дрещуганов выключил просто как дикей. Стали пластик. Ух ты, силовой пульсатор мод 1. Нифига себе, забрахская рукоять. Че это такое, нифига. Так, что такое? Датапады, оружие. Оружия нет, броня. Экипировано. Полезное. Задание. Дроидный электрошокер, задание, кстати говоря. Так, это что такое? Прибавка крит удара, не 4 от блок, повышает выходную мощность бластеров, бластерных винтовок, энергоарбалетов. Модификации требует верстак. Отлично, это что такое? А это, наверное, тоже просто, да, бонус урона. Обалдеть. Фига себе. Блин, вот как хорошо, да? Я специально начал, думаю, с бластером побегаю. Мне эти усиления дают на мечи. Нормально вообще, нет? Так. Тут сейчас опять, наверное, драка будет какая-то. Ой, блин. Вот этот портал куда-то. Чёртов портал. Мудрость важный интеллект. Ой, мудрость важный интеллект. Мудрость важный этот. Характеристика там написано была, но ладно. Ой, там что-то прям жопа какая-то. Что-то там тарабанят. Так. Так, давай вот это вот так. По барабану, я понял. Проще стрелять тогда. Ой-ой-ой. Сейчас же завалят. Здорово. Блин. С этим воевал, стрелял. Блин, пипец, этого с удара убил. Нормально вообще. Смертоносная звуковая мина. Очистил топливные линии, я нашел 3 звуковых заряда, закрепленных внутри. Я проверил рабочий журнал, и в этой зоне были только дроиды. Я попытался связаться с охраной сразу же, как только нашел взрывчатку, но похоже, сигнал не проходит. Я удалил дистанционный детонатор и оставлю взрывчатку при себе, пока не смогу хранить ее в убрать ее в укрепленное хранилище в ангаре. Это хорошо, что ты не успел ее спрятать. О, вот это вот мощная, по-моему, шляпа. В этом разбитом дроиде содержится особый предмет, рассчитанный на дроидов. Его экипирование, так это все знаю. Вот это, по-моему, вообще дичь. Да, и урон, и он 15, обалдеть. Оглушение 100% на 12 секунд. То есть класс сложности 10 обход. Офигеть, мне кажется, это вообще срабатывать будет на каждый раз. Обалдеть. Так, что, все, да, у нас получается тут? Так, по карте тоже все, потом погнали. Видимо... Так, у нас там мина есть. Теперь.
То есть, я так понимаю, можно будет ее миной сейчас взорвать. Дверь там, как это в самом начале у нас была, да? Правда, мина звуков... Ой-ой-ой. Это берсеркеры. Дроиды-берсеркеры. Ну, у нас есть теперь замечательный этот ионный какой-то излучатель. Он там прям вообще... Просто... Да, он ничего не делает. Вот это прикол. Так, подожди, это не он. Это нейроусмиритель. Во, вот это надо. Во. Только что-то не сработало, не браха. Сейчас умрем вообще. О, 125. Пипец, надо сохраниться. Нифига нам навсекал. Ну-ка давай. Во, нормас, вот так на. Все-таки класс сложности там этот сработал, да? У них, я так понимаю. Жалко, с них ничего нельзя собрать. Смотрите, сколько там всяких микросхем было бы, пипец. Так, давай ремонтируемся. Сколько у нас их? 3 штуки, нормально пойдет. Так, ну-ка, вылезайте. Ну, кстати, что мы тут сможем теперь? Во! Теперь можно мины ее взорвать сюда. Не хватает навыка, вот этот прикол. Блин! Так, а что у нас еще что-нибудь есть такое надеть? Блин, навыка не хватает. Вот это прикол. А сколько она у нас? Это, наверное, взрывчатка, да? Ну, суммарный навык 6. Блин, пипец. Ну, ладно. По-моему, там можно так открыть. Но мы... это, наверное, из-за уровня сложности. То есть, наверное, на среднем мы можем ее открыть, а на этом уже на харде нифига. Очень жаль. Так, система повреждена. Вот, у нас теперь компьютер. Так, вот запчасти 2 штучки есть. Давай сюда заменить недостающие части. Заменили. Так, доступ к аварийным процедурам управления. Запросить схему. Так, это мы не будем трогать. Доступ к аварийным процедурам управления. Ремонт. Провести диагностику поврежденных систем. Все аварийные подсистемы переадресованы. Терминал топливного хранилища. Успешно. Доступ к аварийным подсистемам Пирагуса был переадресован к терминалу топливного хранилища. Отцепи соединены, были выжжены шахтерским лазером, убрав возможность дуального доступа. Проверить статус аварийных подсистем. Задействована процедура аварийной изоляции. Ангарный отсек перекрыт, топливное хранилище перекрыто. Вот, один шип. Блин, но шипов нет, пипец. Так, доступ к журналам ангара. Доступ к взлетно-посадочным процедурам. Всем прибывшим и отбывающим храхтовикам нужны карты орбитального... Так, чтобы пройти, это мы все знаем, да? Перенести карты орбитального дрейфа астероидов на компьютер Черного Ястреба. Ошибка загрузки. Доступ запрещен. Нави-компьютер Черного Ястреба заблокирован. Скачать орбитальные дрейфы от астероидов. Схема орбитального дрейфа постоянно обновляется. Если вы загрузите схему сейчас, они быстро устареют. Загрузите схему сразу перед отлетом. Окей. Доступ к журналам ангара. Да, контрабанда. Многие из перевозимого фрахтовиком джедая было сгружено в укрепленное грузохранилище, пока не проведем И как только заброшено все программные шипы, конфискации, которые хотели офицеры охраны, также вынесены туда в избежание дальнейших нарушений. Укрепленное грузохранилище должно быть вполне надежным. Если кто-то решит ворваться, ему придется подорвать вход взрывчаткой. Ну вот, а вот как раз нам и хотелось сделать, да? Нарушение в техобслуживании. Блин, как он быстро читает. Кто отдал шахтерским дроидам приказ на ремонт фрахтовика этого джедая? Я прихожу сюда с рабочей смены, а трое из них уже чинят портовое. Я что-то пропустил? Кто-то планирует повездочку? А то ведь был приказ, что ангар ставится под замок до тех пор, пока прибыл этот джедай. Я не знаю, как там затеяли в отдельное техобслуживание, но нельзя же вот так назначать дроидов на ремонт, особенно когда половина рабочей смены в бета-секе. Эти дроиды нужно отремонтировать в авиационные туннели, пока газ не скопился до критического уровня. Все равно не похоже, чтобы корабль мог куда-то отправиться. Даже будь у него карты дрейфа астероидного поля на компьютер на голосовом замке, чтобы вывести его в космос, понадобится код доступа. Учитывая недавнюю брешь в распределении нарядов для дроидов, я помещаю дроидов в данной секции под контроль текущего начальника ангара. Если кто-то будет отсылать команды дроидам-шахтерам вне этого терминала, я буду вынужден ввести полный перехват контроля. Так, это нам ничего не помогло. Блокировка нави-компьютера. Похоже, что эти дроиды вернулись с судна в рабочее состояние, несмотря на порученные повреждения. Старший техник, правда, и так признался, что отдавал приказ на починку.
Я все по-прежнему нет доступа к нави компьютера, на нем голосовой замок. Может быть, на голос одного из трупов, наведенных нами на корабле, возможно, той старухи. Если так, этот корабль никуда не отправится, пока мы не выдернем нави компьютер и не вставим новый, если у нас вообще найдется лишний. Блокировать свой нави компьютер кто-то мог бы по одной причине, с целью скрыть свои астрологические карты. Кто-то не хотел, чтобы мы знали, куда корабль направляется и где побывал. Так что только контрабандисты делают, или те, кому есть что скрывать. Этому джедаю придется ответить на много вопросов. Да вы все уже мертвы, вам насрать вообще. Так. Шипов у нас нет, у нас одна запчасть. Куда я, ну, управлением камерам? Давай посмотрим. А, так, ангар, ничего нету, да? Главное грузохранилище. Ага. Охранное грузохранилище. Вот, нам сюда надо попасть. Вот. Попытаться удаленно перегрузить двигатель, проверить статус. Так, давай попробуем проверить статус. Так, давай проверим статус. Похоже, 3CFD был уничтожен много дней назад. В его двигателе, однако, остался заряд. Его возможно удаленно перезагрузить, рискуя уничтожить находящиеся рядом контейнеры. При наличии мин вы могли бы... Так, это понятно. Так, давай посмотрим еще управление камерами. Зона деактивации. Так, это с газом, да? Возврат главным функциям. Запросить схему, доступ к системе связи, провести диагностику поврежденных систем. Проведение диагностики. Уничтожена неисправность. Да, видимо, нам туда надо пилить, да? Ну, давай тогда. Камерой. Охранное грузохранилище. И взорвать. Он все равно уже мертв, поэтому... Жалко, контейнеры пропали. Но мы тут так скажем... короче, абсолютно ничего не сделать, 100%, потому что, ребятушки, из-за сложности мы не можем, так как дроид у нас не прокачивался, уровней не повышал, мы его, на него никак не могли повлиять, взять там, не знаю, больше взрывчатки, чтобы взорвать эту дверь, то есть, получается, вот этот единственный способ у нас, нас пока ограничивает, и контейнеры, соответственно, мы профукали, вот, ну ладно, надеюсь, это тогда откроет. Так, компьютерный шип, 3 штуки сюда. Вот, поэтому, видимо, такое ограничение именно сложной сложности, да, масло масляное, ну, что поделать. Так, у нас открылся, у нас есть теперь шипы, мы теперь, я так понимаю, можем починить всю вот эту лабуду. Так, давай сюда, ремонт. А, вот, доступ к аварийной системе Пирагуса был переадресован к терминалу топливного хранилища, а цели соединены, были выжжены. Окей. Проверить статус. Вот. Открыть взрывоустойчивую дверь ангара. Один шип. Давай. Неудачно. Управление дверью ангара. Предупреждение. Проводка удалена. Обалдеть. Открыть взрывоустойчивую дверь в топливное хранилище. Шип 1. О, одна открылась. Ну, а, видимо, туда, я так понимаю, да? Так, возврат главным функциям. Что тут еще есть? Так, отсека пока не будем загружать, чтобы знать, куда мы были. Вот, кстати, вот эта проблема вообще на карте. Потому что непонятно. Карта вся откроется, но ты не знаешь, где ты был, где нет. Так, к аварийным это все мы все делали. Так, журнал ангара, это все нормально. Удаленному управлению. Грузохранилище. Это, так, тут еще зона деактивации, ничего нету. Система связи, ремонт. Так, ничего сделать не можем, да? Да, все. Все, получается у нас... Получается, у нас только в эту дверь надо идти. Вот, и, наверное, давайте тогда в следующей серии мы туда и пойдем. Я просто не знаю, что там бы... Что-то там нас ждет. Там нас вот эти вот ждут чувачки. Ладно, ребятушки, давайте, наверное, на этом заканчивать тогда. Вот, и в следующей серии уже ломанемся туда. А на этом все. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. И увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всего самого хорошего. И всем пока.